Доброе утро, дорогие дамы и господа! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Вот такой вот вид имею, одежда, шорты, шлепки. Мы находимся на море. Плюс 17 сейчас показывает в машине. Я думаю, что будет гораздо больше. Мы пойдем сейчас с вами на пляж и попробуем немножко окунуться в морешке. Я надеюсь, что у нас все получится. Где находимся территориально? Это Пионерский проспект, проход к морю через речку Можепсин. Ее очень многие хотели застроить, снести, но вроде бы благодаря вашей помощи мне помоглось остановить. Хотя некоторые судьи принимают решение о том, что река все-таки не река, и на ней можно строить. А так бы все эти постройки смыло. Может быть, еще более печальным последствиям привело бы затопление Пионерского проспекта, если бы ее застроили. Ну, территория пансионата «Лазурный берег», и мы можем увидеть, что там новый аквагородок собирается. Ворота открыты, в первую очередь сейчас для того, чтобы могли завозить сюда всю технику, которая нужна нам к 1 мая. Ну, немножко опасно. Видите, хотят каждый год быстрее открывать пляжи, курортный сезон, но не знают того, что у нас в это время происходит, наверное, одни из самых сильных штормов. Ветер практически уже полностью перемел русло речки Можепсин. Но если дождей не будет, и реки здесь тоже не будет. Но течет, пока течет, течет. Главное не пытаться туда наступить, можно сразу уйти. Я один день пытался переобуться, было прям печально. Смотрите, сколько это с моря нанесло вот этих веток палок, потому что воду перехлестывали через этот перещеек. И сейчас единственный переход по сухому, тех, кто идет по пляжу, аж вон туда далеко. Здесь снесла мост, который был ближе в районе моей парковки машины. Пляж, кстати, по-моему, гораздо уже стал. Шторм, конечно, бушует. Я начинаю сомневаться, может, не стоит, может, не надо купаться. Но вода чистая, манит. Самое главное, что принесло теплое течение. Людей, кстати, немного, хотя на часах у нас уже 9 часов 10 минут. Море в такой ветер, когда сейчас не особо комфортно прогуливаться, потому что продувает, пронизывает. Надо вещи, именно которые непродуваемые. Даже сверх самые теплые, в них будет не сильно комфортно. Вид одежды, шорты, шлепки и курточка. И доброе утречко, морюшка. Как мы рады тебя видеть. Привет тебе от нас огромный. Как ты тут по нам скучала. Мы лично по тебе очень сильно. Ой, какая водичка. Слушайте, ноги сводит. Показывает 15 градусов температура возле моря. Температура воды 9,9 показывала. Вытаскиваешься воды, сразу теплеет. Но при этом кажется, что вода гораздо холоднее. Все из-за того, что есть эти самые контрасты. Должны вы понимать, что если я купался в плюс 7, и мне было холодно, что в плюс 10 мне тоже будет холодно в воде, только из-за того, что воздух гораздо теплее становится. Но ноги не так сильно сводят, как в прошлые разы. Доброе утро, Анапа! Еще раз вам с берега моря. Приветствую вас, желаю вам счастья, здоровья, чтобы все было хорошо у вас. Зовут меня Юрий Азаровский, YouTube, Telegram, Мореоз в ВКонтакте. У нас Юрий Азаровский, в Одноклассниках Юрий Азаровский, везде вы, в общем, есть, Яндекс.Дзен Юрий Азаровский. Всем привет, ребята! Температура моря у нас плюс 9,9, температура воздуха плюс 15, есть небольшой ветер, так же самое у нас очень классно там подальше в море, там плюс 17. Есть боковое течение, но оно практически успокоилось, и надеюсь, что мы с вами сейчас искупаемся в нашем любимом море. Ура! Да! Холодно, собака! Не верьте, если вам Юра говорит, что тепло, холодно, холодно. А ты танцуешь, как дым, тудым-сюдым. Приезжай ты на юг, у нас экстрим. А! Простите я. О! О! Кайф! Это море! Жара! Фу! О, хорошо. Течение несет, ребята. Ощущение, конечно, просто фантастика, особенно как долго не купаешься, и потом заходишь в водичку, аж заново хочется жить. Ты знаешь, так хочется жить. Интересно, накроет меня еще одна волна? Как ваше настроение улучшилось?
счета. Фу. Ну ладно, ребят, это все мелочи. Давайте уже нырять будем с вами. Многих, наверное, в своих городах хотелось бы оказаться где-то на морях, чтобы вот так вот вместе с волной. Вот так вот. Водичка вот такая. Ощущение. Просто космически. Главное, берегите себя, чтобы в вашей жизни все было великолепно. Огромнейший привет вам из Черного моря. Все, ребята, весна пришла. Готовимся купаться и наслаждаться. Это просто фантастика и красота. Хочется, не знаю, во все ваши города передать эту нереальную любовь к морю, особенно когда море очень чистое. Солнышко лучистое, нет такого сильного ветра, и ты получаешь вот такие эмоции, это очень круто. Спасибо. Я очень рад, что получилось искупаться, наслаждаться, получать удовольствие. Надеюсь, что вам понравилось со мной прогуляться до моря, получить удовольствие в нем. И, мои дорогие, жду вас летом непременно, чтобы приехали вы к нам, обнимемся. Ну, если я лично не смогу, море вас за меня очень крепко прижмет к себе. Желаю всем счастья, здоровья, долгих лет жизни, чтобы вы не знали горе. Но у нас, походу, надвигается какой-то пипец оттуда. Прям все поменялось, небо уже затянуло, солнышко, увеличивается волна, пошел ветер. Короче, мне чисто повезло. Так. Ах, нет, нельзя против ветра, надо в ту сторону, вот так вот по ветру. Ай! Ну и немножко моря, наконец, ребята, буквально минутку. Счастья, удачи вам, это не шутка.